парень не работал, жил на твоей жилплощади, забирал деньги, принадлежащие тебе, при этом пытался строить домострой. Каким нужно быть нелюдем, чтобы вот так вот хладнокровно вот так вот издеваться над ребенком? Та лошадка, на которую он поставил. Мужчина априори, он сильнее, он вышел. Иди в зал на татами и отрабатывай удары. Спасибо тебе большое, что ты помогла написать жалобу в РП. Сидеть в кабинете с иконами и вот такое творить. Прокурор по телефону позвонила и сказала о том, что он изменится. Прерогатива прокурора – это обвинение, а не назидательные беседы. Надо было сразу написать соответствующую жалобу КДКП. Порядка 60 штрафов на 3-400 было. Постановление вынесено. Около 200 тысяч гривен. Ну да, где-то так. Бьет, значит, не любит. Ибо любовь – это глагол, действие и поступок. Естественно, благочестивый.